Знакомьтесь, новичок «Динамо Казань», хорватская диагональная Саманта Фабрис, 27 лет, рост 188 сантиметров, двукратная чемпионка Италии и четырежды чемпионка Хорватии, обладательница Суперкубка Италии и серебряный призер клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. Саманта Фабрис родом из небольшого хорватского городка, в котором начала заниматься большим теннисом. И лишь в 16 лет она пополнила ряды клуба «Риека», с которым 4 года подряд выигрывала чемпионат Хорватии. Причем Саманта начинала играть на позиции центрального блокирующего и лишь впоследствии перешла в диагональ, откуда попала в состав сборной Хорватии. Следующие 7 лет Фабрис провела в сильнейшем итальянском чемпионате, поиграв в 5 клубах. В 2016 году в составе Поми Казаль Маджоре Саманта завоевала серебряные медали клубного чемпионата мира, после чего еще 2 сезона отыграла за Имока Волей из Канильяна. Именно эти 2 года лишь укрепили Фабрис в статусе одной из сильнейших диагональных Европы и пополнили медальную копилку хорватки 2 титулами чемпиона Италии, а также бронзовой и серебряной медалями Лиги чемпионов. Причем на пути к бронзе Канильяна с Фабрис в прошлом сезоне приезжала в Казань и преодолела сопротивление «Динамо» в плей-офф. А Фабрис в 2 матчах раунда 6 набрала по 18 очков, внеся существенный вклад в успех итальянской команды. А вот серебро Лиги чемпионов было завоевано на последнем суперфинале в Берлине в мае, в котором Канильяна уступила итальянской Наваре, в том числе и из-за не лучшей игры диагональной в финале турнира. Сейчас Фабрис выступает за национальную сборную Хорватии в рамках Золотой Европейской Лиги, которая является 2-м дивизионом ВНЛ. А уже осенью мы с нетерпением ждем Саманту в Казани с ее мощными атаками, уверенным блоком и отличной силовой подачей. Саманта Фабрис, добро пожаловать в «Динамо» Казань!